Всем привет! Это пятая серия по Farm Simulator 2022 с модификациями на трактора. На еще там что-то у меня есть много модов. Ну, так, в основном все на технику. Сегодня мы должны заняться уже, по крайней мере, выполнением хотя бы какого-нибудь еще контракта. Я хочу заняться тюкованием. Пашка земли это очень долго. Конечно, можно взять спашку вот 38 поле, но это очень долго крутится. Культивация тоже. У нас культиватора нет. Придется взять поле 1. Это там самый дали. Угу. 34 поле. Опрыскивание вот у нас есть. Набор урожая есть тоже. Канола, овес. Вот тюкование. На биогазовый завод отнесите тюки туда. Вот эта машина, да? Тюки. Удобрение 15 тысяч. Твердым удобрением, а это у нас... Подожди. Твердое удобрение. Поддоны это с кормом, большие мешки, это у нас пшеница, дорожная соль, сухое удобрение, корм, калий, поддоны, сухое удобрение, угу. Тюки. Так, нам надо, значит, вот эти тюки, которые вот тут взять, скинуть. Да, мы сейчас возьмем контракт вот этот на удобрение. Принимаем контракт. Купим в кредит оборудование. Купил. Угу. Так, вот тракторчик у нас. А второй контракт что? Удобрение, тюкование. Удобрение, тюкование. Удобрение что? А, ну удобрение же у нас есть своя машина. Поле 70. Это огромное поле, да? Угу. С удобрением, ладно, у нас своя машинка, мы сделаем. Сейчас нам надо разобраться с 16-м полем. Там она, да? Значит, нам надо сейчас ввести туда... косилка. Выехали. Так, полагаю, чтобы не потемнело, еще более-менее замедлить время, чтобы было 0,5 от реального времени. У нас хватило времени для того, как потемнеет. У нас еще где-то есть часа 4 реально времени, если сравнивать. О, тут у нас забор, да?
потом возьмем наш John Deere, скорее всего, и поедем тоже туда с оборудованием. Как вот видите, все перетаскивать это времени надо, конечно, прилично, прилично. Такое поле далекое, тут бы нам базу устроить, конечно, но не суждено. Так, давай сначала скосим, траву бросим. Так, разворачиваем. Так, это у нас есть. Оп. Значит, нам надо что? Нам нужно по этому, нам надо скосить. Выкосите траву 16, соберите ее в тюки и упакуйте в тюки силоса. Ваша цель — биогазовый завод. Угу. У нас есть тюкосборщик, поэтому мы все сделаем. Надо будет наши тюки скинуть. Нет. Так. Тоже нам, когда мы берем поле кукурузы, его, наверное, поделим на два. Одно засадим поле травой или все вместе травой засадим. Наверное, все засадим травой, чтобы была трава у нас. Да, засадим все травой. И удобрять будем, ну, потому что трава удобная, когда она, как здесь, она очень... 83, ее очень много. То есть трава здесь прям. Ее очень много. Здесь очень много тюков. Ну как в пределах этого поля. Нам еще останется на продажу, помните. То есть. Конечно, очень интересно все это делать. Не так уж и нужно, мне прям это в кайф, но пока на времени много, я могу это делать. А вот когда я буду работать, тогда 3-4 часа сидеть в день не получится. Как я сейчас делаю. Я же искусственно тут меняю, искусственно управляю этим, как его зовут, таймлайном. Я играю 4 часа, но при этом у меня серия не одна, а несколько. Да, ну когда мы пройдем карту этого брик, ну когда мы пройдем, это еще неизвестно, 80 полей, тут надо все засадить. Да. Косилки поставим тут. Брось. Пока нет, не может скинуть. Вот. Так, поехали за
дополнительное оборудование. Вот нам магазин, тут короткий путь есть. Магазин. Угу, едем. Сделаем пару контрактов и будем потихонечку ускорять время, тем самым спать. Будем спать, и нам нужно дойти до октября-ноября. Вроде бы дальше было собрать кукурузу. И будем складировать кукурузу где-нибудь в ближайшем бункере. Это где загрузка на поезд. Продавать пока не будем, просто будем там складировать. Либо купим небольшой силосный бункер сами себе. Силосный, как называется. Бочка такая специальная. Так, нам нужно взять все новые кружатку. Выжравка, да? Похоже. Да, малковая жатка, это она. Потом будет тюк и вот этот упаковщик. Предлагаю двумя тракторами, потом один из тракторов вернем обратно к магазину. Вот. Ладно, возьмем Джон Дир наш. Помощнее все-таки и побыстрее едет, нежели чем ТЗ-шка. Все поля травой засеяны. Ну ладно, она так-то растет 2 месяца, вообще хорошо. Собирать на нашу водну. Большую линеечку. Несколько больших линеечек.
Нет, надо сейчас с той стороны. Поставим это все тут. Поехали за поставщиком. Сократим. Ничего больше прицепить нельзя, мне нельзя, значит вот эту штуку я буду забирать МТЗ-шкой. Так, что-то у нас... Включить авторазмещение. Допустим, подборщик, включить только руковщик. Так, Будет пускай авторазмещение. Тихо. Ну давай сделаем так, пускай вот этот трактор. Он сможет отвезти? Да, дать работу. Перейти к 16, ну, на 14 поле. А вот этот он сделает. МТЗ-шку перейти. Едешь тоже сюда? А, нет, отмена. Никуда не едешь. МТЗ-шку я сам беру. Едем за этим упаковщиком. А, нет, давай сейчас скинем тюки вот эти. Нам надо забрать. И силы сам. Сюда не могу скину. Так, пацан. Как выгрузить? Выгружаем, вот выгрузили. Я такой ручкой.
Хорошо, когда они наши поля, и все можно прямо использовать. Когда вот это поле станет нашим, тут уже так не покатаешься, конечно. Потому что стоит уничтожение растений. А выключать я это не хочу, потому что это было более реалистично. Ну, также нам придется засаживать все поля примерно одинаковыми ресурсами, чтобы успевать все собрать. Потому что я играю один, ни у кого больше из моих друзей нету фермы. Есть 19-я, мы вот с Ларкусом играли в 19-ю, но она контентно немного хуже, чем вот эта игра. Так, я приехал, зачем? Я приехал сюда. Зачем-то? А, ну пока оставим прицеп здесь, заберу этот и вернемся потом на прицеп. Переходишь на 17-е поле. Том? Давай. Так, поковщик. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чаем опускаем. Там просто заполняется. Так. Так, автовыгрузка есть. Перу есть. Тихо, пропустили кусок. Один, два, три. Так.
Ровный тюк не получится. Я его не смогу выкинуть сюда, да? Ну да. Ну, вот у нас всего получилось. Тюков-то мало. Тюков мало. Это работает. Развернуть. Включить авторазмещение. Значит, тебе. Не-не-не. Какую менюшку тут делать? Ехать обратно. Как-то за прицеп на этом. Нет.
Бутылария. Что ты будешь делать? Я сюда все почему-то еду. Все-таки вот этот сборщик тюков удобный, но все-таки это мод. Есть в игре собственная, которая более так реалистично собирают, то есть там рогатка такая, и она собирает с собой это все дело. Но пока что у нас доходы не такие уж огромные, потом обязательно купим. Вот, это пока что я с целью сэкономить вот такие. Вот. Почему играю с модами? Потому что я много играл в ферму 15-ю без модов. Потом много с модами. Ферму 17-ю тоже много играл. 19-ю прилично много играл. Вот теперь играю 22-ю. Так, да.
Не говорите мне, что надо будет. Куда-то закидывать. Как их там? Разгрузить тюки здесь. О. Продам тюков. Отлично. Видите, а с другим по прицепам я бы так не сделал. Сейчас прицеп оставим тут. Сами поедем, выйдем технику. Я МТЗ-шку заберу прицеп. Контракт собираем. Тут у нас жидким твердым компостом или навозом. Угу. Сейчас мы заберем. Нет, 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 нет. Глушись. Вот эти. С комбайном по уборке кукурузы скорее всего не будем покупать, потому что пока что у нас нет денег купить собственный комбайн, можно валить. Что с таким медленным, да? Да ёпанес. А, где, как, кто? Уборочные машины. Вот кукуруза нужна. Вот, умеет, да? Самый дешевый, 75 тысяч. Так можно будет его взять. Бункер. Это за кукуруза ведь, да? Потом там дорогие модели уже идут. Ну вот, Ростельмаш возьмем. 510 литров бак, 20 км в час, бесступенчатая, 175 сил, 5000 емкость. Ну да. Возьмем все лучше. Он универсальный, достаточно. Денег там особо немного возьмем с нас. Точнее, ну, мы поняли, что я хочу. Нам нужно будет прицеп трактора, который для кукурузы. Thank you.
Так. Пока что тут оставим. Тюльки пускай там лежат, они никому не помешают. Нам надо посмотреть. Да, 70 пули, да, блин, надо ехать. Тысячи лишними не будут. Так, наш белорус, тропик. Там где тут у нас это гербицид, это вот не знаю. Надо контракт проверить. Так, активно поле 70. Поле 70 это огромное поле. Да, жидким удобрением. Ну, 15 тысяч он там стоит. Может даже больше дадут с компенсацией за удобрение. Надо дать больше. Вода. Тормози. Заднеприводный только что. А, так это же поле-то гербицидили, теперь мы удобрение будем. Вообще не видать. Прокатим, попробуем. А тут вообще не видно, слушай. Ладно, едь. Найми там. Вообще его не видно, да? Ладно, и пускай покупает там. Покупает пускай, да. Ну ты плетешься, господи. Идиотка. Ну вот так вот. Встанем. А поле кривое, потому что, да, оно этим. Ну понятно. Кривое поле и кривой наймит. Как-нибудь хоть я не знаю, что ли, ну, как-то выполняешь. Как сможешь видеть? Мысли не найдем. И, ёбаный, блядь, едь. Мысли не найдем, поля, алло. Так.
3% и засверлил, мудак. Так, ладно. Три метра, 2,5, 3, 4. Нет, вот, вот это было вроде, да, вот это хорошее. Купим себе в собственность, ладно, так уж и быть. Также сразу же беру. А, на обсмысле скидки есть? Блин, скидки были. Вот огромная. Конвейер, трактор, потом еще один на 100 сил. Бюрхер этот. Ладно, пока пропустим. Ну вот это, конечно, выгодно, но, блин, она... Она очень большая, только не надо. Хотя... У нас трактора такого мощности нету. Да, блядь, хватит сверлить пинду. Это и культиватор, и сажалка, да? Называется сел записывать. Весь день никто не сверлил. Я сел записывать, что здесь все. Кто-то сверлит ночью. Жадочка тут есть. О, тихо. Примерно 100 тысяч литров, наверное, чтобы туда кукурузу закидать, не сразу подавать не будем, наверное, будет несколько циклов там. Хотя подождем, может, когда самая дорогая цена будет, подадим, как обычно это делается. Да, поле у нас большое. 20% только, а деньги утекают быстро. Попробуем эту жатку. Не жатку.
валку вот, вот этому трактору прицепить. Так, мед уже у нас прилично, потому что меда, меда там много. 300 литров меда уже. Так, ну ладно. Так, тебя мы лучше. А. Я не уверен, что он справится, но... Ну да, ну да, ну да, конечно. Реликвия останется памятником. Бухни, бухни, бухни. Так, нет. Значит, будет жандир у нас заниматься этим, либо... ТЗшка, либо кто-то еще. Так. Ну-ка. Так. Подстрижем, наверное, мы этот участочек. Так, пока оставь. Сейчас я пыль заберу. Так, 30% там уже. Так. Скосанем. Наверное, уже нет, маленькие тюки не будем нафиг. Ничего не покрутнее не возьмем. С маленькими столько гимнов ведь просто. Или вообще не тюки, а сразу же травольно как-то. И пуками, да, в сервис, да, тюки в сервис и продавать.
сайз маленький, делаю большой, какого размера большие. Чтобы не было конфликта с тем, что у нас уже лежат. Ну-ка, сколько сила стоит? Ну-ка. Так. Силос, тюки силос. Ну вот это перекупщик, это, наверное, за 1000, да? Литр. Тюки больше намного. Если круглый, там, или квадратный. Надо уже наконец-то выходить в прибыль, потому что выходить в минус не очень интересно. Точнее, ну это интересно, но надо все равно выходить в плюс. Чтобы было интереснее играть еще. Чтобы были деньги на оборудование, чтобы были деньги на производство и так далее. Много не будем, тут отскочим вот этот квадратик оставшийся.
комбайн надо купить, пока есть время. Чтобы потом не остаться ни с чем. Но потом не просить кредит, который нам не дадут. Быстрый способ поднять, это поможет взять. Так. Сейчас мы скинем. У нас тут. Да, на дороге можно скинуть. Надо посмотреть, сколько тюк размером тут. Владелец. Так, мультипак D. Мультипак D14, да? Так. Устройство. Тюковщики. Нет, это... Погрузчики. Во. 120 сантиметров. А, нет, подожди. А на выходе сколько получается? Ну-ка, размер тюков не указан тут. Тюк. 1,1 тонна. Ну, 120, если из расчета. Ну, не знаю. Сколько это? Тюковщик, это у нас 125, круглый. Это у нас... Так, мне нужно квадратное. А, этот еще и... Этот круглый. И сразу же оборачивает в силос. Цвет фольги. Беленький будет пускай. Так, давай возьмем такой. Он сразу же оборачивает. Тогда мы экономим. Можно взять огромные тюки. Можно вообще квадратные взять, но это... Нет, этот не оборачивает. Этот просто делает тюки. Значит, за 99 можем взять 150-сантиметровые, либо много маленьких. Трактор требуется 150 сил и 145 сил, а у нас нет. Ну, давай. Чё уж нет-то, возьмем. Это фольги купить. Класс. Так. Ну, 175 сил у меня Джон Дир. А эти 130, это говно вообще, не знаю. Этот мы тогда продаем. И ковщик вот этот мы тоже продаем. Маленький, не нужен абсолютно. Так. Сразу же мы берем комбайн Руссельмаш, который умеет собирать практически все. Ну, они все практически все умеют. Ну, они все умеют все как раз таки. Возьмем Руссельмаш, ладно, там 4000, будем чаще выгружаться, но хорошая вся штука. Так, 20 сейчас. Ага. Ладно, давай настроим Руссельмаш. Беленький такой красивый. Нового 330. Угу. Покупаем.
И берем для него жатку. Для Руссельмаша она специальная. Вот где тут она? Кукурузная-то. Сочетание. Нет. Початкособиратель. Во. Ну-ка. Вот это она сочетается, да, с этим. И вот это сочетается с Руссельмашем, да. Вот ее и возьмем. 3 метра. Ну, 3 метра, ладно. Черт с вами, берем. Так, и нужен прицеп. Это 1,6, это 8. 18. Давай возьмем Power Flex. Основной цвет. Нет. Черный, нет, желтый. Зеленый. Ну, давай желтый будет. Оранжевый. Барколес стандарт. Крышка. О, без крышки нафиг. Хотя, крышу на возьмем. Покупаем. Денег уже совсем не осталось. 200 тысяч. Плохо, плохо. Так, ну и, наверное, по скидкам, что вот этот трактор. Давай этот трактор Бюрхер возьмем. Бюрхер. Или не возьмем? Нет, 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 не возьмем. Нафиг. Подождем скидок, еще может что-то есть. Так, пушим пока. Нет, не лучше. Берем жатку. Сейчас сделаем. Дело. А контракт выполнился? Нет? Активно 80%. Что случилось? Где оно удобрено, где оно не удобрено, в том месте оно не удобрено. Че, сейчас надо будет бегать искать, где оно не удобрено. Блять. Тут ведь никак не отличить это, где удобрено, а где нет. Ну-ка. Удобрено на 50. Удобрено на 50. Ну-ка, надо. А зачем искать-то? Карта же есть. Так. Созревание. На 70 поле. 70 поле. Вот ты тут. Состав почвы удобрено.
Сорняк. А, вот, удобрено. Плохо, и вот удобрено. Там темно-синее удобрено. 75, и вот надо сюда. Поэтому и нужны квадратные поля. Вот эти круглые — это гемор, только если травой за это так травой только если засаживать. Да, вот она. Голубенькая — это плохо, а вот синенькая. Хорошо, удобно. Хорошо, что такой функционал есть вообще, где можно увидеть это все дело. Просто вот так вот никакой разницы нет. Невозможно увидеть вообще никакой разницы вот так. Сорняками-то хоть еще можно, а тут не увидеть даже. Центр. А, надо на окраину вот от этого дерева. Там этих деревьев. Рабочий день все, когда потемнеет, это уже там бесполезно, что ли, будет делать. Там 90%, да? Вот это поле было бы легко убирать. Ну, точнее, удобрять. Вот эти тоже более-менее. Вот это. Ну и, блядь, ну вот это вот. Это же вообще звездец. Так, правильно тут? Вот туда нам надо. Ну, вот так сделаем. Вот это поле, конечно, пиздец. Собирать его еще ладно. Собирать можно на комбайне, там можно собрать. Вот эти поля ровные, идеально, кроме вот этого. Вот это мы, наверное, срежем, чтобы оно было прямым. То есть оно, чтобы было квадратным. Вот этот угол нам ничего не даст. Никакого профита нам он не даст. Вот так вот возьмем, срезанем.
вот это тоже срезать и вот это выровнять. И будет более-менее нормально. Девяносто семь процентов. И хорошо, что поля дают, точнее, владельцы дают небольшой запас территории. То есть, чтобы не заниматься конночкой, чем спокойненько сделать. Что останется нам? Все, отлично. Собираем. Контракт сдаем. Так, нам... Угу. Если мы это делали сами, компенсация была бы, а тут хрен. Ну ладно. Спашка земли. Ёпта и мать. Земли, вспашка земли, культивация, культивация, опрыскивание. Вот опрыскивание можно сделать. 75-е поле. Да. Угу. Сбор урожая. Удобрение. Пан. Может, какие-то еще интересные контракты будут. Зеркала, спасибо, я ничего не вижу. Проверить с удобрением, что здесь еще сорняк. Не, ну сорняк это чуть-чуть. Удобрение тогда поражает 50%, удобрено 50. Давай проходочку вот такую сделаем. Так вот ее вот. Или можно одну линию сделать. Вот так вот линию сделаем. Чуть-чуть так вот. Было 50. Ну-ка. И 50. И здесь 50. Значит, надо в следующем месяце. Складываемся, значит, нафиг. Так. Интересно, а можно удобрение в бочку и привезти сюда? Вот та бочка, которая у нас. Ну-ка.
Так, только вода, да? А вот это еще удобрение может возить. А маленько, только водичка, да? Это водичка. Вот это уже может возить удобрения жидкие. То есть мы можем... Ну-ка. Мы ведь можем. Нет? А цистерн для навоза. Это навозная машина. Тут так. Это у нас что? Это мы же не можем бочки сюда. Написано, может возить вообще все. Лонг. Ладно. Так, сенокосилка. Ух, 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 вот это вот, вот это. Вот это просто вещь. Вот такую, если. Ух, ух, ух. Она же умеет тут вот выплевывать. Вот там снизу. Собирать со всех трех сторон и выплевывать в одно, чтобы не было, не нужна. Чтобы не использовать эту сеноворошилку. Балкоужатку. Ну, это, конечно. Это пешком ходить 2 метра. Так, это виноградно оливковое лесотехнические грузовики МАК. Это смешивалки. Силосуборочная. Это ну, это для силоса, это для сечки. Так, пестициды. А вот где тут? Такого даже нету. Разбрасыватель удобрений. Навозы. Цистерны для навоза. Ну, это все навозы на это. Навозы разбрасывать для сухого. Штука для чего? Это можно танк поставить. А, прицеп. Это в прицепах, наверное, штуки для него. А, вот прицеп. 29 тысяч. Сколько здесь? 12 тысяч. Ага. 12,5 тысяч. Ага. Ага, это прям огромный 75 40 тысяч. Угу. 200 тысяч. У-ху-ху. Ну это прям огромная емкость. 200 140. Так, это нас что-то ждет очень интересное все. Так, прицеп. Тогда я предлагаю взять бочку. Мы же сможем его как-то разгрузить. 12 тысяч.
будет зелененький для удобрений. Размещение декалей заливки. Только назад, только спереди. Сзади и спереди. Ну давай. Типы заливки. Воздух. Рапсовая. Дизельная. Ингистат. Виноградный сок. Известь. Жидкое удобрение. Вот жидкое удобрение будет рисовано. Так, уличные шины, внедорожные шины. Такие вот грязевые шины. Индикатор уровня заполнения. Давай. Цвет дизайна. Голубенький какой-нибудь. О, нет. Желтенький. Нет. Беленький. О. Цвет обода черный. Давай цвет обода желтый. Цвет обода желтый. Вот. Бочка с этими удобрениями, чтобы не таскаться там. Удобрения лишь не будет. Так, будем привозить еще. А теперь бункер. Вот бункера надо 400 тысяч литров. Что такое? Вайбот там. Миллион. Ух. Так это расширитель, что ли? Нет, это все бункеры. Падается другой объект. Топливные баки. Большой топливный бак. Жидкие удобрения, цистерна. Для жидких удобрений вот бочку воткнем, наверное. Да. Будем привозить. Ну, не прям сюда, конечно. Где-нибудь ее сюда всурупить. И можно будет здесь, когда мы вот так отсечем поле. Ладно, пока перебьемся, пока у нас будет бочка с удобрением. Ух ты, блядь, тут накупили-то мы. Я забыл совсем. Так. Так, это совместимо должно быть. Да. Жестко включить комбайн. Не будет работать, конечно. Попробовать так.
свой комбайн есть, хоть маленький, но свой. Надо будет поспать и следующим этапом удобрения. Так надо не поспать, надо сначала собрать траву, тюки, тюки отвезти, сбагрить, куда-нибудь. Не знаю. Прямо где-нибудь пока тут. Тихо. Так, теперь мы садимся обратно. Ага, садимся обратно, я хотел, да. Там у нас кто? Там у нас тюковщик. Набираем тюковщика. Первого лица вообще не видно, куда ехать, если мне карту выключить. Вообще не знаю, кто разобраться. Кругом кукуруза. Вот эти два зеркала работают, а вот это зеркало. Оно куда-то не туда смотрит. Оно относительно меня куда-то в землю смотрит. Или что? А, ну только так, как ты на него посмотришь. Тихо. Так, нам надо... Ага. Интересно, хватит нам мощности, чтобы его запустить. Поехали, слушай. Ну да, слушай, мощности хватает, значит, нам ТЗ тоже можно. Мертюка. Второй мужчина. Как же тюковщик. Красота. Красота, конечно, большая такая машина, которая делает одновременно две. А если я не хочу, допустим, делать
крутилась на тюке. Потому что если исходить из того, что где? Так. Что это? Газонные катки повышают урожайность полей. Катки. Ага, ну ладно. Нам надо тюковщик. Вот этот класс. Я взял я вот этот, да. То есть он... Написано же, он может вот такие тюки, вот такие тюки. А как менять режим? Непонятно. Ну, сейчас мы не заедем. Ладно, будет у нас силос, наверное, что. Или как-то там будет кнопка какая-то. Может, он хотел сделать тюк, потом бросить. Я думаю, он будет бросить или непонятно. Непонятно, как это работает. Сейчас попробуем. Остался. Так, значит, мы выпускаем, поехали, рядок попробуем. Хрен там, даже не хватит. Заведен. Все время был заведен этот. Ну, ладно.
принципе, несколько кругов делать. Маленькая штука все равно надо. Надо было эту большую брать. И так-то мы еще ничего не теряем, мы можем взять ту большую. По идее. Что это слишком долго, если это крутится. Да, наверное, сейчас я эту продам и куплю большую. Потому что нафиг она надо. Скидка все еще есть, и есть вон 23 тысячи. 14 метров. Конечно, надо взять ее. Жена, да? Волковая жатка. Подробности. Она подубитая, но вот это уже жарко, так жарко, прям палка такая огромная. Ну-ка, сейчас мы прицепим, разложим, посмотрим. Так, вот эти прицепки, да, надо еще тихо. Ну-ка, разложись. Раскладывайся. Вот это уже вещь, конечно. Тихо, тормози. Уже столько техники у меня вообще. Ну, не, конечно, немного, но прилично, уже прилично.
получится. Так, раскладываем. Сейчас прям профигачим тут. Тихо. А вот это уже другое дело, слушай. Вот это уже похоже на правду. Но мало того, что она там две маленькие и две большие собирают все в одну большую рилечку. Вот эту захватим. Так. Широченно, конечно, да. Ну, сейчас тюков. Ну, тюков много не получится, наверное, все равно. Тут не так уж и много. Тут неудобная трава-то. Если на том поле мы посадим траву, то да. Но немного будет, немного. Надо отогнать это сейчас будет. Хотя. Ксенька. Хорошая вещь, уже такая, за практически больше, чем 60% скидки. Скидки, скидки. Две огромные такие рейки. Там у нас еще чуть-чуть можно будет собрать. И как-то наш способен ее тащить. Время уже 5 часам игрового приближается, но надо быстренько собрать и завалиться спать в игре.
Складываемся. А, МТЗ-шка в бой. Сама подхватывает и начинает сама крутить. Ну-ка. Потом она сама же скидывает его. И надо будет подождать, когда он будет сколько будет ферментироваться еще. Она должна так пролежать. Мы их соберем, они нам экспериментировать-то не перестанут. Это тюк травы, они селятся. То есть надо ждать. Так, ну ладно. Такие небольшие, по 3,5 тонны. Пока интересно, мы можем пока оно там собирать еще? Да, мы можем еще собирать. Но поочередно тут.
Вот эти круги, конечно, лучше не делать. Лучше ровными линейками. А это вот нам урока. Ну, нет. Так. Да, что тебя, господи. А сколько это? Ух ты, как это много тут. Так.
мало гатюков тут. Растет, растет. Заработок на пота кому? 300 евро. Алло. Можно не начинать, тут не хватит все равно. Бочку мы, наверное, эту вернем, потому что за ней, чтобы денежки не капали. Так, вернемся теперь за бочкой. Да. Прицепить автопоездом. Ну, крючок есть, слушай, но вот не знаю, получится, нет. Нам и
так не зарулим. Заломить вот так. Да, заломать с этой штукой проблема. Прицепим так. На грузовике было бы и попроще. Ну, там ведь есть петелька, ну. Блин, есть петля ведь. Да. Но, конечно, с этим гемором уж сколько много. Бочка есть. Это тоже здесь есть. Крышу открыть вот так. Ферментацию как 0%. Сколько же она длится-то будет? 0. Ай. 0. 0. Сколько она длится, неизвестно. Так. Поехали.
Попробуем зафигачить вот. Хотя сомневаюсь. Мы поставили реки удобрения, еще только на реки удобрения. Она не будет пускать воду. Сделаем так. Надо в магазине купить. Жидким удобрением 8 поддонов. Раз. А, 4 поддона. 4. Ну, хватит на приличное количество времени. Мед уже увеличивается в объеме. Скоро подавать. Так, ну-ка, загружается? Загружается. А, это же бочка 12 тысяч литров. Ну ладно, блин, 8 тысяч нам этого хватит, нам долго. У нас пока одно поле. Уровень даже есть, смотри-ка, да, действительно. Оно зеленого цвета, что ли, допустим? Оно зеленого цвета.
Блять, тихо, я забыл. Тихо заснул чуть-чуть. Ух. Спрыгнули быстро. Окей, так. Не знаю, куда поставим, я не дороги, наверное. Ладно, здесь. Ну-ка. Ну-ка. О, тихо. Подцепляем. Тропик. Хрен, заправимся, правда. Да, отлично. Не поверяется. Тут тихо. Тут круто. Так, теперь нам надо что? Нам надо поспать и еще раз удобрить. Так, это у нас поддон гербицида еще. Сорняки, наверное, будут. Так, у нас все сделано, да? Все. Так, контракты сданы? Сданы. Так, спать будем до раннего утра. Раннее утро. Амортизация недвижимости, цена производства. Ага. Так. У нас на дворе сентябрь месяц. Так, нам нужно что? Кукуруза у нас в октябре начнется. В сентябре мы можем сажать пшеницу и ячмень. Ячмень и пшеницу можем сажать. Канолу можем сажать. Траву можем сажать. Так. Кукурузу, это все весеннее, в общем, все весной почти. Весна, лето, это эти азимы вроде называются. Чекаем ферментацию. Надо посмотреть ферментацию. Трава опять вырастает. процента, значит, где-то 2 месяца оно идет. То есть уже можно будет потом собирать тючки. 54%. 620 килограмм, да? Ладно. Так. А с кукурузой у нас она уже выше стала. Растет. Нужна известь. Удобрена. Давай попробуем еще раз удобрить. Пойдем в середу. Так, знак опять идешь нахрен. Одобрено 50%. Надо еще.
Ну-ка, проверим. 50. 90. Отлично.
500 литров. Сколько меда это его? По 400 литров каждый, да? Угу. Так, 54%. Так. Ладно. Пока на этом закончим. Продолжим совсем скоро. Для вас это будет одна секунда. Или другая часть через час, через день, наверное. Да. Будем уже собирать кукурузу.